Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Раннее утро. Еду я в лес за брусникой. Такая дорога. Еду на мотоцикле. Но пробиваюсь. Вот впереди лужа. Сейчас я ее проеду. Вот какие у нас дожди. Вот такие лужи. Ну, оставайтесь со мной, друзья мои. Сейчас мы поднимемся в горы и пособираем бруснику, нашу чудесную ягоду. Ну, вот я приехал, друзья мои. Брусника есть, хоть и не очень много. Тут вот она мелковатая, но собирать можно. Походим, поищем. Знаю, есть здесь и покрупнее, был уже. Собираем нашу подъездную ягодку. Приехал с брусникой, а здесь грибов белых полно. Вот это видно подосиновики. Тут вот их полно. Ну, раз приехал за брусникой, надо собирать бруснику. Вот в траве такая крупная. Такую приятно собирать. И, конечно, грибы. Кругом грибы. В царстве грибов собираю бруснику. Вот такие веточки. Прелесть. Делаю много фотографий. В конце видео их приложу. Посмотрите, друзья мои, на фото брусники. Посмотрите на капельки росы на веточках рябины. Красиво. Тут вот укромное местечко среди елочек. Кто-то отдыхал, ночь провел. Ну, мы примерно знаем, кто. Не будем говорить. Вот капельки. Посмотрите, какие кисти. Брусники. Чудесно. Ну, хорошая брусника. Но она в этом году местами. В горы я ездил, близлежащие, довольно далеко. Там она вымерзла. А вот здесь вот, на своем любимом месте, она есть. Я уже был здесь, собирал. Просто камера у меня зарядка села. Я много фото сделал и так чуть-чуть видео снял немножко. Так что у меня сейчас задачи особо нет, ее много набрать. Тут ее уже осталось немножко. Пособираю. Покажу вам, друзья мои, нашу бруснигу. Сезон 2020.
Мы, друзья, спрашивают меня, что мы с ней делаем, с брусникой. Значит, отвечаю. Мы варим компот. Как варим? Ну, так же, как любой компот варится из любых ягод, так же из брусники. Вот меня именно это спрашивали. Все женщины знают, как варится компот. Когда ее много, я собираю, бывают такие года, я делаю просто морс. У меня 10-литровая бутыль, я привожу родниковую воду, литра 3 брусники туда, и просто заливаю родниковой водой и в подпол. Где-то в течение месяца она настаивается, и потом я ее пью после баньки или как по желанию. Такая она получается насыщенная. Вкус. Ну, там уже она кисленькая, вкус. Добавляю сахарный песок. Вот так вот, друзья мои. Иногда варим варенье. Варенье, конечно, получается супер. Она одно из самых лучших вареньев. Но в этом году ее не лишнего. Прибило морозом. Вот делаем только компот. Зимой открою баночку, покажу вам. Вот какая она. На веточках висит. Но мелковатая здесь вот. Можно, конечно, собирать, но мелковатая. Сейчас перееду в другое место. Похожу. Еще. Может, что найду покрупнее. Вот какая хорошая. Тут крупненькая. Такую приятно собирать. Хотя здесь ее немного. Мы будем ходить искать. Посмотрите, друзья мои, какая шикарная кулига на новом месте. Ягода есть, крупная, только собирай. Собираем. Чего? Вамху. Какая. Ну. Как такую ягоду не рвать? Ее надо рвать. Что мы будем делать сейчас? Собираю. Странно, она в этом году поспевает. Смотрите, уже конец августа, а она вот что вот даже какая-то вот даже зелененькая. Что это такое? Первый раз такое вижу. Это вот бордовая. Ну, время-то уже все, сентябрь. Уже вот-вот. Прелесть. Посмотрите, друзья мои, на пеньке, сколько ее. А вот еще. Вот, да. Вот какая она. Ну, чудесная ягода. Порадовал ты меня сегодня, бруснишка. Не зря я сюда приехал. Такая красота.
Красиво, друзья мои, да? Это Урал. Наш Урал. Грибы, ягоды. Все это наше. Радует нас природа. Хоть холодно у нас бывает, но ничего. Живем. И радуемся нашей природой. Спасибо, друзья мои, что пособирали со мной бруснигу. Я еще немножко пособираю и поеду домой. Ну, всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.